Взял по скайпу интервью у скандально известного майора полиции Руслана Агибалова. А вы меня сейчас задерживаете? Нет. До свидания. Подождите, вы меня задерживаете или нет? Я вам объясню. Устраивать какие-то там драки или что-то там, провокации, я, естественно, не собираюсь. Никого не буду призывать это делать. Мы нашли много общего по профессиональной сфере, поскольку я тоже работал и в Следственном комитете, и в прокуратуре. Больше, повторюсь, там буду, чтобы предотвратить возможные правонарушения со стороны органов, которые должны нас защищать, которые, к сожалению, многие забыли слова присяги, кому они присягали на верность. А что, Росгвардию тоже обязывают в этой муте участвовать, да? Происходят те же преступления со стороны правоохранительных органов. Потерпевшие на это не жалуются, а они дальше продолжают это делать. Товарищ младший лейтенант, можете представиться тоже? Как? Младший лейтенант Паскаль Дмитрий Александрович. Паскаль? Да. Администрация Курской области. Да Корзон Юрий Евгеньевич, пожалуйста. Корзон Юрий Евгеньевич. И расскажите мне, на основании чего вы меня задерживаете? Масочный режим. Масочный режим? Да. Да? А покажите постановление, на основании которого он введен. Нам не нужны потрясения. Мы должны мирным путем как-то донести до власти, что мы их не боимся и что мы готовы к решительным действиям. А масочку можете снять, нет? Масочку я не могу снять, вы должны масочку надеть. Серьезно? На основании чего? Если вы раз не отстояли свое там право на что-то, второй раз дальше будет только хуже. Поспорим. Оно подписано. Конечно, а вы его видели в глаза? Бороться за свои права. Естественно, мы все это делаем во благо своих детей. Да. Подписанное. Да, подписанное. Видел ее. Ну, может, поспорим на 100 тысяч. Корзон. Не хочется, естественно, никакой крови, но все это надо обсуждать и что-то с этим делать. Чем дальше, да, только хуже. А? Документы есть у вас? Есть. Предоставить? Нет. Почему? Не хочу. Как вы зовут? Дело в том, что когда нож к горлу поставят, здесь ты уже не будешь смиренно стоять. Вот в чем вопрос. Когда уже будет ситуация настолько патовая, что либо умирать, либо что. Вы знаете, как меня зовут? Не знаете, нет? Нет. Курский майор. В любом случае, нужно бороться за свои права. Ну, мы сейчас дойдем до участкового пункта, вы мне показываете, что он подписан. Да. Бороться за свои права, безусловно. Нужна смелость. Предупреждаю, если сейчас вы мне не покажете подписан, у вас будут большие проблемы.